Мокрые плесневелые стены и замыкание электропроводки были обычным делом в доме номер 3 по улице Строительной в Краскино на протяжении многих лет. Управляющая компания «Зарубина», которая с апреля этого года приступила к выполнению обязанностей по коммунальному обслуживанию многоквартирных домов в южной части округа, получила обращение жильцов этого дома. Руководство управляйки сразу же подключилось к решению вопроса и предложило жильцам выход из положения. Закупили материалы и пригласили профессионалов. Высотные работы на торцевой стене дома провела группа промышленных альпинистов. Герметизацию межпанельных швов произвели за счет авансовых платежей в рамках текущего ремонта. Стоимость работ составила около 200 тысяч рублей. На этом управляющая компания не останавливается. Еще одна квартира требует внимания. Дело в том, что в доме проживает пожилая семейная пара, жилье которой также страдает от затекания воды. По словам руководителей управляющей компании, в ближайшие 2 недели проблема будет устранена.